Друзья, всем привет! Не зря вы видите две кучки кукурузы разной. Смотрите, что решил сделать. Вот такая кукурузка очень хорошо идет в салаты, особенно в мексиканскую смесь, когда она вареная, но люди замораживают. Я хочу сейчас сделать в автоклаве. Сварить ее в банках, потом порезать на кусочки, либо украшения, и, соответственно, салат пойдет это все. Кочерыжка там мягкая. Но чтобы банки полностью не забивать, например, 0,5 литровые, я сделаю вместе вот с такой молочной кукурузкой. Когда если открою, дочка поест молочную кукурузу, а мне, если нужно будет, я в салат приготовлю мелкую кукурузку. Так что сейчас будем набивать банки. Ну все, сейчас увидите. Друзья, получилось 8 банок набил. Что сейчас делаем? Сейчас мы будем добавлять соль. Соли нам потребуется на пол-литровую банку по одной чайной ложке. Нам бульон этот, соответственно, не нужен будет. Можно солить. Кукуруза, она соль любит. И по пол чайной ложки сахара. Так, для вкуса. Как говорится, сбалансировать. Готово. И сейчас все это я залью холодной водой фильтрованной. И будем закрывать крышками. Крышки у меня уже прикипятились. Значит, все. Заливаем водой. И закручиваем. И ставим в автоклав на разогрев. Заливаем, как я сказал, холодной водой. И закрываем крышками. Все очень легко и просто. Все, крышечки наши прокипятились. Вот такая получается тема хорошая. Друзья, товарищи, буду производить стерилизацию при 100 градусах в течение, ну, я думаю, 15-20 минут, 20 минут максимум, это вообще прям край. Потому что кукуруза у нас молочная, очень молодая, кочерыжки там мягенькие. Ну, вот сварю, чтобы уже прям конкретно была мягкая-мягкая. И будем выключать. Когда остынет, достану и покажу, что получилось. Ну вот, вот такая кукуруза у нас получилась. И большая, и мелкая. Но пробовать я ее не буду. Оставим все до зимы. Зимой попробуем. Всем удачи, ребята.